Привет. А что ты один-то? Почему? Грузить-то мы можем дать человека. Ну. Куда ты везешь? Домой? Домой. Накололи они тут. Сколько дней они тут? Понятно. Все, отремонтировали? Да. Нам надо договориться с шерстобитом на воскресенье после занятий. Ладно. Видишь, как в деревне. Сейчас еще 9 нету утра, уже работа кипит. Кто-то поехал. Андрей поехал куда-то в Корчино, наверное. На урывки. На урывку рядом повернул дорогу. Дорога все выправлена. Роман собирается в Вылково. Сейчас иду в комбайн. У Игоря стоит и там стучат. Я обошел два раза вокруг комбайна, везде никого нигде нету. Я говорю, вот надо же придумали как, сейчас техника какая. Ремонтируется, стучится без людей. А они там где-то из бункера двое голову показывают. О, еще большее чудо. Я говорю, как партизаны из окопа. А Сергей Пупков пошел на занятия с собаками, и с ним Люда Венчук со своей хаской, кашкадавом. Что-то так я не взлюбил. Ладно. Нам главное вот тополь, как бы, вот этот вот завалить. Вот этот вот. Очень опасный. Они сучки-то обрезали, но не все. Он говорит, трос надо там на 3 или на 5, я не знаю, насколько я сказал, миллиметров. Метров 50. Ну, а с той стороны там выдолбить, внутри домкрат и тогда давить сюда тянуть. А здесь подпилить. Можно свалить. Но у нас троса нет такого. Есть. И лучше бы дождаться, когда ветер с той стороны, потому что парусность огромная. Да. Заказать ветер, чтобы подул с той стороны. Ну, это так вот. Мы-то дома-то, видишь, как я увидел у себя. Спилили, а он гнилой внутри. И внутри, главное, в гнилье грибы завелись. Вообще. Свалили. Залезли там, веревку прицепили. Давай тянуть. И упал куда надо. А вот, видишь. Береза тоже ждет своей очереди. Гляди, какая большая. Да. И сучков не так много. Но ее дятел долбит. Дятел, видишь, какие дырки сделал. Это означает, что там черви. Она уже сгнила на корню. Она корню сгнила. Но надо убрать, пока не рухнула. А тут и корова может погибнуть, и пастух. Ладно. Пойдем. Так прислать тебе человека, нет? Не надо. Не надо. Ну ладно. Вот отец Афим за трактор заводит. Ему с тарелкой не надо по храму ходить и эти нечистые, вонючие свечи продавать. Свечи чисто восковые покупают. Еще из него архиерей всегда добывал у нас их тихий. Вот он сам погрузил, сам везет, никого не берет помощники. Вот так настроенный у нас народ. Он пошел в обход. Заворачивается. Задача сейчас грейдер достать и начать выравнивать эти тучи.
Вот они на дороге лежат. Можно и вручную, конечно, но это намного дольше. Даже через это и то видать, где они пищи лежат. Дорога практически заблокирована. Вон куда идут все.